Всем привет! Сегодня у меня морская камера. Я сегодня планирую зайти в море, зайти подальше, поглубже. Посмотреть, что там творится. И показать вам, естественно, доброе утро. В очередной раз начинаю показывать вам море прежде всего. Море сегодня намного чище и лучше. Владимир сегодня занимался ловлей рыбы. Вернее, он на нее охотится с ружьем, подводным, в маске, все как полагается. Говорит, вода намного лучше. Мы с вами на пляже Калипсо. Буквально 10 метров до лазурного, до лазурного, я его имя называю так. Просмотрел я субпистов. Субписты с той точки уже ушли. Но на этой, может быть, сейчас только отправится вот группа семейная. Отвязывает им уже сапа-супа. Но мы не будем ждать их. Здесь на берегу мы с вами отправимся в море. Сегодня я взял с собой, не побоюсь этого слова, стринги. Как вы понимаете, я их уже напялил на голову. И мы с вами чуточку-чуточку проплывемся. Я не знаю, как вы меня слышите, не знаю, как вы что видите. Но будем надеяться, что ровно. Обратил внимание, у них эти весла хорошие с двух сторон. Или, может быть, на байдарке на этой поплывут. Не знаю. Сапы, супы. Солнышко спряталось за дерево, а я плыву к берегу. Вот команда готовится к выходу в море. Слегка поплавали и будет. Сейчас посмотрим, как выйдут в море и потопают уже домой. Хотя плавать не хватит, надо побольше плавать с утра, пока есть такая возможность. Скоро ты особо и не поплаваешь. Скоро осень, сентябрь, холодный сентябрь. Да шучу я, конечно же. Я не знаю, какая будет погода в сентябре, ребята, не спрашивайте, не задавайте мне подобные вопросы. Я надеюсь, что будет теплая. Ну, мы вообще по статистике всегда в октябре, в сентябре нормальная погода. Что будет в этом году, сказать вам точно не могу. Может быть, пойду дать, кто его знает. Я вам сейчас скажу, пообещаю, что у тебя потом все изменится, нет. Ну, посмотрим, короче, поживем, увидим. Ну, а мы в море пока посидим. Я не знаю, вот ребята выходят на сапах кататься. Проводим, как говорится, их. И все. Там еще что ли группа собирается? Или просто фотографируется, женщина взяла весло, халатики. И фоткается. Ну, что-то не выходит. Стоят на низком станке. Всей семьей, папа, мама. Ребенок, конечно же.
вот она, утро на пляже. Соленая вода, не пей ее. Козленочка. Вот она, байдарка-то выходит. Вот она, что выходит в море. Это, видимо, инструктор на байдарочке-то. А я-то рядышком, да? Прикольная штучка. Я вам скажу. А, это для девочки. Ее будут катать. А мама с папой на досочках. Прикольная лодка такая. Все удобно, ножки. Проблема неудобно. А мне неудобно. Привет, привет. Приветствую. Я приходил утром. Может, поедем? Не, сейчас нет. Все, мы поплыли. Давайте, удачи. Все, поплыли. А я говорю всем доброе утро. И побежал домой выкладывать эти ролики. Ну а потом, конечно же, надо думать, куда пойти. Ребята, подскажите, куда мне сходить, что показать, что вам интересно. Только не посылайте меня далеко в горы сегодня. Вот как что-нибудь спланировать, что вам интересно. Я уже все показал. Мне кажется, что все. Всем доброе утро, всем пока, ребят. Такой вот утренний обзорчик у нас сегодня. Девушка фотографируется на камешке. Что я? Всем пока.